Всем привет! У нас есть в природе существа, которых называли раньше грибы, потом грибоподобные существа, а сейчас точно известно, что вообще не грибы, хотя у них образуется что-то похожее на плодовое тело гриба, шляпка и ножка. На самом деле это вообще-то амебы, которые, живя долгое время в гордом одиночестве, вдруг решают объединиться и превращаются в гигантский организм, одноклеточный причем. Сейчас я попробую показать, как выглядят одни из его представителей. Итак, друзья, перед нами представители миксомицетов, или слизевиков, или плазмодий. Раньше их считали грибами, но у них есть одна сложность – они ползают. И это, конечно же, страшный сон любого грибника – ползущие грибы. Но данный вот вид не сильно напоминает плодовое тело. Мы понимаем, что это что-то непонятное. А у некоторых аналогия очень серьезная. Плазмодии известны тем, что они очень интеллектуально развитые живые существа. Ну, по крайней мере, именно плазмодии решают логическую задачу Камивожора лучше, чем люди. И это потрясающе. Вот такие живые существа можно встретить в наших экскурсиях и в окрестностях Петербурга. И даже внутри Петербурга встречают. Очень интересно и необычно. Сегодня плазмодий, слизевик или миксомицет есть даже в французском, в парижском зоопарке. Такая вот красота. Друзья, на самом деле рядом с нами потрясающе живые объекты находятся. И если их знать и уметь различать, то мир становится вокруг намного-намного интереснее. Так что присоединяйтесь к нам, приходите на наши экскурсии и узнавайте больше нового. Это был Алексей Коткин. Пока-пока.